Друзья, всем привет! Сегодня у нас будет вот такая вот посылка. Здесь написано: осторожно, хрупкое стекло. Ты чё, блин, а? Проблемы, братан? Ладно, на самом деле эта посылка не из Китая. Это посылка от подписчицы. Да, от подписчицы. У меня есть даже девушки. И давайте посмотрим. Мне что-то здесь заслали. Я примерно догадываюсь. Она занимается консервацией и занимается керамикой. Вот, я не знаю, это либо чашка, либо какая-то консерва. Но, судя по всему, здесь какая-то чашка, потому что написано очень хрупкое стекло. Хотя может быть и консерва какая-то. Закрывашка или какие-то огурцы, аджики. Не знаю. Так, здесь пусто. Хорошо упаковала. И что это такое? Что-то оно здесь очень мокрое. Я не совсем понимаю, что это такое. Но это не чашка, друзья. Что-то мне это не нравится. Друзья, подписывайтесь на канал «Лучший Китай ВК». Очень много полезных советов там Диманыч дает. Так что подписывайтесь. Я тоже подписан. И нужно здесь вот так подстелить. Друзья, пахнет перцем. И это, скорее всего, какая-то аджика. И она, друзья, протекла, по идее. Блин. Она реально вся мокрая. Нет, хотя не протекла вроде. Блин, тут скотчество. Надо было в стеклянную банку. Там же написано «скло». Прислали в каком-то пластике. Аня, тебе что, банки, блин, жалко? Сказала бы, я бы тебе десятку закинул за банку. О, как, тут и волосики. Смотрите, какая красота. Ух ты, клево. Да я уже стремаюсь ее есть. Ладно, со всеми бывает. Вот такая вот аджика по-казацки. Давайте попробуем, но не знаю. За ваше здоровье. Вижу перец, зеленый, красный, очень много масла, приправы. В общем, это ядерная, как она сказала, мне намекала, я уже теперь понял, что это аджика. И вот это ядерная, да ладно. Друзья, ядерного здесь ничего нет, она просто соленая. Здесь 500 грамм, я так понимаю. И это неплохо, но я бы эту дичь с волосами бы не покупал. Это стопудово Китай, наверное, потому что тут я читал. Типа у тебя рак, ну ёбнутый человек, блядь, маразматик нахуй, срочно в эту дурашку не должен. Таких мразей, блядь, на свете не должно быть, я считаю. Я просто засирают мир. Ну это не я, сука, долбоёб. Так вот ещё мир держит на этом свете. Смотри. Опять я, да, типа? Ты конченый, это не я. Я так подгорел. Кидай побольше, сейчас я донат поставлю. Для тебя специально. Залупа, пенис, кер, понос, грязина, головка, шлюпа, жопа, член, еблан, отмоченные яйца, мудила, рукоблуд, санина, очко, дебюн, вагина. Хоть обосрись, я сейчас звук подумал. Мне в последнее время больше нравятся собаки, чем такие люди. Ой, долбоёб ты, пиздец, это не я, еще раз тебе говорю. Как можно жить, блядь, на таком свете? Давно всем известно, кто пишет вот это, все вот это грязь, это говно, что не наесть. Потому что нормальный, уважающий себя человек такую херню писать не будет. Если он даже напишет, даже... Вот элементарно видно по комментарию, когда человек пишет, видно всю сущность его, все нутро, вот реальное я вижу, не знаю, как вы. Видно, даже если он там типа не завидит, даже малейшую зависть видно. Напрямую, конечно, люди этого не пишут, но пишут такой контекст, что даже видно, вот, ну, ты читаешь и уже понимаешь, каждый человек понимает. Сейчас обмануть сложно кого-либо. Так что нужно как-то вести себя либо просто, простым. Я вот честно говорю, я люблю похвастаться чем-нибудь. Вот назло таким вот хейтерам, как Китай, который, я не знаю, канал создал свой, там у него 30 тысяч подписчиков, но там просмотров 100 просмотров всего. Он вообще никчемный, чем завидует там. Нет бы, блин, взял бы, я другую тему развил, получал бы деньги, зарабатывал так. Если хотите критиковать, нужно критика, чтобы была логичная, а не так, как вы вот тут. Ну, вот эти критика, та, что пишут там машина говно, там шум, там это я вообще не воспринимаю такую критику. Реально не воспринимаю. Потому что пишут это школьники. У них, кроме велосипеда, наверное, ничего нет. Вот они так и пишут. Так что китайские, что корейские, что российские, они сейчас один уровень практически. Даже не слушайте никого. Некоторые, блин, вообще маразматики. И в такой, тем более, упаковке. Она сказала, оставишь ссылку на Инстаграм, но, увы, нет.
Ты меня подвела, она все тут мокрая, вы все видите, волосы. И это не остро, черт возьми, это просто соленая голимая джика. Ставь лайк, ты можешь от меня отписаться, но я не буду врать. Всем пока. Ну что, пора прощаться. Следующий ролик уже совсем скоро. Сейчас самое время спуститься и почитать комментарии. Кто не поставил колокольчик и не включил уведомления, может остаться без нового ролика. Я предупредил. Пока.